Привет, я вернулся, как обещал, перекусил. Все, теперь могу отправляться. Теперь мы можем наконец-таки двинуться дальше, а то перепрохождение на сложном уровне заняло некоторое время. Ну ничего, зато теперь мы на сложном играем. Нет к нам претензии. Секунду. Так, нам что-то нужно делать. Куда-то идти. Во. Текущая цель. Что-то там поглядеть надо. А мы приперлись отсюда, что ли, да? Ну, наверное. Ну да. Точно. Ладно, пойдем искать. А тут, что тут у них есть? Привет! Работаешь на раскопках, говорит? Нет, я тут проходом. Ясно, но что по нам в центре города есть рынок. Можешь пополнить там припасы. Спасибо. Нет, это хорошо. Понятно, рынок. Отлично. Отправляемся на рынок. Мы даже маркер поставим на него. Надо ж поглядеть-то. Пойдем. Найди новый базовый лагерь. А где он? Вот это что ли? Тут еще вон какая-то хрень. А где он? Ну, слева. А, вон он, костер, да. Так, вот тут еще какая-то хрень, нет? Так, поглядим, что мы сможем сделать. Буря едва не задела деревню. Эпицентр были ближе к самолету, говорит, но все могло быть куда хуже. Что я наделала, блин? Так, друзья, поют сотни людей, да, навыки, что у нас там, ладно, хер с ними. У нас пока одно очко, некуда его деть. Но вот это нам не сильно надо. Здесь два очка. Жуков. Токсин. Сейчас подумаю. Я пока здесь не буду ничего. Посмотрим, что там за предметы. О, вот тут сейчас я разгляжу, секундочку. Так, пистолет у меня тут есть, блин. Получше. Вот этот вот. Так, что там с АК можно сделать? Так, АК. Сделаем его поточнее. Да. Поубойнее. Да. Боезапас. А это что, скорострельность? Скорострельность увеличим. О! Ну и увеличенный магазин тогда. А здесь мне еще не хватает всяких чешских шкур. Еще всякая фигня. Угу, нормально. А этот мы не можем доработать? Ничего. Пока не можем. Ну и все, ладно. Можно было, конечно, не тратить патроны. О, быстрый переход. Так, народ, прежде чем мы куда-то отправимся, надо вернуться и проверить гробницу. Возможно, мы откроем что-то новое для себя. Все, поехали. А то мы тут гробницу-то упустили.
Обломки самолета. Пошли, погнали. Потом туда вернемся. Теперь у нас начинается настоящая игра. Пойдем, сходим. Спешить не будем. Перуанские джунгли. Это мы тут знаем. Так. А, вон нам сюда. Ага, мы уж тут знаем, куда ходить-то. Как-то светлее стало. Я тогда был, здесь было как-то херово. Ни черта не видно было. Блин, уперся в камыши. О! Погнали, дай-ка я сохранюсь. Вперед. Давай. О! Ну, полезли, посмотрим, что у нас тут. О, ух ты! Ага. Офигеть. Ну ладно, попробуем. А, блядь! Твою ж мать! А что дальше? Мы типа все и... Где мы тут можем вылезти-то? А, вот. О, блядь. Куда-то мы тут пришли. Так, тут какие-то статуи, там какая-то хрень. Там еще какая-то хрень, блин. Там тоже что-то виднеется, ладно. Почитаем, что пишут. Наверное, изучил какой-нибудь язык. А, мамский еще больше. Это похчух. Здесь что-то, блин, надо разжигать. Один из повелителей, да? Кустик-то ладно, мы тут сорвали. Ага. Найден базовый лагерь, так, надо его зафиксировать. Отлично. Больше нам тут ничего не надо делать. Ага, вот тут всякая всячина лежит. Не зазря мы тут прокачивались. Ух ты, вот это да! Клёво.
И что, мы теперь, блин, будем нырять тут? Баночки всякие. А тут чё, блин, как сюда пройти? Да как-нибудь здесь, блин. Да нет. Что-то я, блин, не догоняю тут. Тупой, как дерево. Там наверху тоже ни черта нет. Странно. Что-то, блин, как-то я туплю. Так, мне надо туда, блядь. Там вон веревка, это туда. Это лагерь. Ни хера не ясно. Ну, мы вылезли сюда. А что дальше-то, блин? Ничего не подсвечивается. Ага, во. Есть все-таки это. Сообразил. Туговато, конечно, блин. Так, что здесь пишут? Ага, еще мамский язык. О, уже туго как идет там. Amazing. Is this a pocket top court? Поразительно, блин. Офигеть, вот они, блин, загадки сейчас пойдут-то, ядрёна вож. Понавешали тут, охренеть. Ну ладно.
Я даже не знаю, куда мне подняться, блин. Так, это хренотень. Если их привязать к этим, то можно будет поднять и лестницу, и по ней подняться. Понятно, так. Уже что-то. Так, подожди-ка, дай-ка мы тут заглянем. Ну, ясно, что тут. Так, один. Сейчас вторую. Так. Веревка лопнула, блядь. Зараза такая. Надо было вот эту подсунуть. А, погоди, надо же обе их. А та у нас, это у нас эта веревка сюда. А та куда идет? Это та же. Вон она, блядь. Не так просто. Ладно, будем как-то надо туда лезть. Наверное. О, блин. Там глубоковато, туда, наверное, не надо. Туда залезть. Да, блин, головоломки еще те.
Какие-то ловушки не попасть бы, блин. Ага, вот она, видишь? О, какой-то документ. Страница дневника Джека Фостеса. Вот это. 25 мая, больше месяца прошло того дня, как наша экспедиция покинула Коябу. Ну и хер с ней, покинули и покинули. Так, это у нас здесь, значит. Попробуем эту. Ну надо шиту как-то, блин. А, не, не туда. Так, эту мы воткнули. Сюда это потянет эту. Надо с той стороны что-то придумать. О! Давай сюда! О, смотри, как хорошо. Что у нас здесь? Might be the way out. А, выход, понятно. Буду знать, что здесь выход. Что это у нас тут? Слитки золота? А, нет, какие-то... Мамский язык. Не-не-не-не-не-не-не. А, эту я не протяну туда. Так, значит, это у нас сюда. Давай. Надеюсь, что-нибудь полезное из-за этого.
Так. Сюдой. Вперед. О, блядь. Значит, теперь... Высоко. А, теперь надо. Теперь еще надо. А, блин, нет. Поближе, поближе. О. О. Класс. Погоди, погоди-ка. А, не-не-не-не, надо, подожди. Иначе ж я не подниму его. Так, сюда, теперь бежим, блядь. Запрыгиваем. Понятно. Не забыть бы, чтоб тут не нарваться. Shit. The rope snapped. Well, that's a bit of progress. Конечно, прогресс. Ух! Сюда. Опять понеслась.
Блять, ну и куда их тащить? Так. Блять, они опять попадали. Да, вон уехала, блин, хер знает куда. Так, да, как-то вот не так, блин. Вроде же, блин, не забыть бы про эту ловушку. Да, блин, загадки тут такие, что хер поймешь, блядь. Что-то я делаю не так. Выше я никак не могу подняться, блин. Это выход. А, во, блядь, там еще. Охренеть. Ой, блядь, упал. Ха-ха. Да, бывает. Попробуем тогда начать с этой. Тогда я с эту двигал, а теперь эту попробую. А. Thank you.
Да, блин, что-то я как-то... О, блядь. А! Черт, блин! Уж практически сделал, блядь. Вот зараза. Марины нет, она бы мне подсказала. Отлично. У, блядь. Сохрани. Ну ладно, я уже тут залез на пол лестницы, вспомнил, что после сохранился. Ладно, блядь, а здесь что? У, ёб твою мать. Здесь нету никакой хрени. Нет, тут статуя. А, ну то для спуска, понятно. Ну ладно, рискуем. О, блядь. Фу, мать вашу. Ну, рассказывай, что у тебя тут. О, сердце крокодила. Здоровье восстанавливается быстрее. Сердце крокодила. Оно же у меня вообще не восстанавливается. Гробница пройдена, взгляд судьи. Охренеть. Escape, сохранить игру. Пятая. А то, блин, это... Опять куда-нибудь сверзнусь. Тут ничего не валяется случайно полезного? О, смотри, вон там валяется. Золотишко, конечно. Ну правильно, здесь же инки. О! Ха-ха! Вот теперь можно в магазин. А зачем нам вот это было? А, во! Во! Вот так вот. А здесь у нас выход. О! Хе-хе-хе! Ну не такой уж я и тупой, блин. Нихер на меня баллон катить. Вот самолюбие, да, высокое. Портит. Мне пришлось отпроходить. Что я там насобирал? Перышки. Всякую всячину. О, смотри, там есть еще веревочка. О! Опа-на! Анхуньяку! О! Ебать копать. Тут у нас золота никакого нет, бриллианты. Куда это мы залезли? Офигеть, ничего не вижу. Так, хорошо, это я сюда спустился. А, вон, блядь. Понятно.
О! Хера себе, блин! О, блядь! Охуеть! Куда я залез? А здесь куда? А, вот здесь выше, во. Охренеть. Мало, блин. О, офигеть. О. Охренеть, блин. Ну, я залез. Так. Тут что у нас? Прых, прых. Прых, прых. Ебать, копать. Ого! Ого! И чё дальше? А, ох, нифига себе! Охренеть, блин! Прыжки во сне и наяву. О, тут какие-то трипера. Бросит ледоруб прыжки. Дай-ка я сохранюсь. Блять, как это я вообще успел? Ох, нихера себе, тут еще. Ну, блин, я залез, офигеть. Оно мне надо было? Ага, вот отсюда-то я и прилез, блин. Фух, ну пошел нахер отсюда. Да уж. Вот это я прогулялся. Тут поросята. Готов. Что-то у меня, блин, какое-то торможение началось, зелюки. Перегреваемся, что ли? Или, блин, какие-нибудь тут обновления нахрен решились устанавливаться? О, костер. Очки мы тут не заработали. О, два очка у нас. Нихера себе. Кабаны ходят прямо за толпами. Ладно, сейчас посмотрим. Вот это возьмем. Улучшение оружия следующего уровня. Не знаю, насколько она полезна, но, возможно, и полезна. Так, и что, ну, тут предметы мы можем тут улучшить? Что тут? Не хватает каких-то голов. Четыре головы, блин. Ладно.
А больше ничего, тут только... А этот чего нам? Он... Он все равно слабый. О! Подожди, АК можно улучшить. Так, точность увеличена. О! Дульный тормоз, еще точность, ух ты, блин. Шкурки, да сейчас заготовим, блин. Тут он бегает, хрюкает. Готов. Давай сюда. Во, две шкуры есть. Вон там еще хрюкает. Это еще что за херня? О, смотри, его не находил. А, это раньше он тут был, понятно. Что-то я тут нашел. Офигеть. Так, еще пару деревьев тут надо наломать. Ну, я так понимаю, он там застрял, блин. Ну и хер с ним. Нужен он нам сильно. Хватает нам теперь шкурок. Во! Тут пороха не хватает. Тоже много еще не хватает. Ну, зато вот это вот. Скорость перезарядки. Да.
Ну все. Свалим отсюда, пошли в деревню, хватит. Быстрый переход. Куваку-яку. Пошли. Да-да-да-да-да, отправляемся туда. Мы тут... О, блядь, я забыл же тут кое-что еще. Сундуки с сокровищами. Черт! Сейчас вернемся. Подожди. Так. Возвращаемся. Там какие-то были сокровища, я помню. Да, сюда. Туда успеем. Надо собрать все необходимое. То впереди, блин, начнутся жуткие испытания, и будет нелегко. Так, где у нас тут что? Во, смотри. А, потревоженные перья, это там три из четырех. Это другая, блин, херня. Склеп. А здесь что еще? Фреска, склеп. О, давай сюда. Надо сходить. Погнали. Туда. Видал, сколько мы тут попропустили? Так, надо сохранить. Так. Борьба за власть. Рассказ о распрях среди испанцев. Фреска. Так. Нифига не вижу. Да это мы пролезли. Тут могут быть, осторожно, Лара, могут быть эти, блядь, ловушки нахер. Не нравится мне тут ничего. Careful. Осторожно. Careful. Да. Осторожно, блин, то поцарапаешься и пиздец. О! Совсем другое дело.
Так. О, блин. Что тут за хрень, блин? Ади. Надо было взять тот документ. Черт. Последнему сохранению. Так, здесь у нас ничего нет, вот тут аккуратно. Блин, да что ж такое-то? Careful, careful. Последний же хорошо сохранился. А, хер там, блин. Это, наверное, с той стороны. Ясно. О, блядь, ну пойдем по грязище. Офигеть. Интересно, куда ведет? Да, блин, какую-нибудь жопу. Так, здесь вот у нас ловушки. Документ. Страника дневника. 30th of May. Понятно. О, вот он. О, что-то изучил. Какой-то язык кичуанский. Странно. Тут еще вдаль есть прохождение. Давай-ка мы тут сохранимся еще. Да. Так. А тут что мы имеем? Какой-то стол, блядь. Что у нас тут? Особое место. Да. Ух ты. Но. Получено новое снаряжение. Сапоги с перьями, принадлежавшие королеве вечерней звезды. Некоторые костюмы дают усиление, если их надеть. Сменить костюм можно в лагере в меню предметов. Ну что ж. There must be a way out of here. Отсюда должен быть выход. А вот какая-то тут щель. Так что мы валим отсюда. Нет, это просто пещера. А, нет, не просто пещера, вот.
О! Столбик. Можно подняться наверх, точно, давай. Вот так вот. Вперед, о, какие тут красавцы, просто вообще офигеть. Так, а здесь ползком. Ну, а здесь вниз, что тут? Блять! Ай, опять 25. Как же это я так свалился, блин? Давай. Еще раз. Многократно. Еще неоднократно выйдет зайчик погулять. Гулять, 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 гулять. О! Отпрыгнули. Да, надо уже возвращаться, уже у меня там, блин, все клинит нахрен. Может, просто здесь местность такая, блин. Хер его знает. Но все равно, блин. О, блин! Офигеть. Грязище-то, блять. О, что-то тут прочитать можно. Здесь сказано, что рядом есть потайная комната. Ага. Сколько тут, блять, всего нашел. Тут я уже вроде все излазил. Ну этот-то да, этот я знаю. Это вот я пришел сюда. Где ж тут потайная комната? Дай-ка загляну. О, вот она, наверное. Ага. Точно, блять. О, что-то нашел. Еще карту, блин, сокровищ. Всякие, блин, херошки. Сколько всего-то, блин. Нераскрытого. Угу. Ладно. Что тут еще? Золотишко. Всякое говно. Еще золотишко. О, смотри. Не зря мы тут порылись-то.
Ну, вот так вот. Ну все, теперь можно выбираться, идти к костру. Осторожно. Ок. Ага. Ух. Жуть какая. Вот это я понимаю, блин. Сандалил так сандалил. Давай сюда. Шкуры пригодятся. Так. А, погоди, там какие... О, блин, ящик. Болтик один нашел. Пойдем к костру сначала сходим. Я ж какие-то сапоги нашел, надо ж посмотреть. О. Ну, она, в принципе, сама сохранится. Можно один сохранить. Так, предметы новенькие. Тут и улучшение. А, это улучшение, это то, что нам не нужно. Одежка. Сапоги вечерней звезды. Получение дополнительных растительных и минеральных ресурсов из всех источников. Ну, это у нас и так хватает. Так, пойдем-ка мы. Чё ты тут хрюкаешь, блин? Ходишь, блин. Но они тут все время будут ходить. Так, давай-ка мы пойдем лучше сундук с сокровищами найдем. О. Да? Да. И рядом еще какая-то тут хуйня. Документ какой-то. Вон там артефакты, всякая всячина. Так, где он у нас? Вон там где-то. Как же туда спуститься-то? О! Что это еще за хрень? Испытание пройдено. Так.
А где ж тут спуститься-то, блин, можно? О, еще эта зверюга. Шкуру давай сюда, кабаняра. Сундук с сокровищами. Он тут под низом, блять. А, во. Нет, тут нет, да. Перья, да, тут есть. Не, наверное, надо нож усовершенствованный. Дай-ка сохранимся. Если не, нет, может, с той стороны как-нибудь видно что-нибудь будет. О, блядь. И там пещера, и клад, блядь. А спускаться вон там. Хера себе. Блять! Нихера!
Ага, во. О, блядь, нихера себе. Вот это я залез, блин. Отмычка нужна, блядь. Последнее письмо Фоссета. От зараза. Без отмычки я здесь ни хера не сделаю. Я вообще отсюда выберусь, блин. Охренеть. Два. О, блядь. Охренеть. Да, как же туда попасть-то, блядь? К сундуку конкистадоров я вижу, как попасть. Еще клад. Во, смотри, нормально мы тут. Сохраним игру 3. Еще страница из дневника. Ну, тут все. Пока нет отмычек за сундуком. Зато мы знаем, как к нему пролезть. Все, теперь нахер отсюда сваливаем. Возвращаемся в деревню Кукуяку-Яку. Погнали. И там мы с вами простимся. Быстрый переход. Вон там тоже есть интересные-то. Еще тоже склепы, да?
Куваку-яку. Может, отмычки куплю. Но это будет уже завтра. На сегодня все. Убли. Сейчас пока сделаю все фильмицы. Ну, надо было перепройти. Ну, сложный. Правда, я сражаюсь сейчас меньше. Ну, ладно. Куваку-яку. Все. Портретик. Так, все, друзья. Пока, до следующей серии. Завтра увидимся вновь. Уже пойдем по-большому. Все, пока-пока.